Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал важное для нашего региона распоряжение. Брянская область в ближайшее время получит 8 машин скорой помощи. На это будут выделены дополнительные средства из резервного фонда правительства Российской Федерации. Согласно документу, пополнят парк и медучреждения других регионов. Для сравнения, нашим соседям Калужской области достанется всего 2 автомобиля, на Смоленщину и в Курскую область приедут по одной карете скорой помощи.